Всем привет, с вами Кирилл Цветков и обзор экипировки для магазина «Лаборатория бега». И сегодня я расскажу вам о новых Mizuno Wave Inspire 14. Mizuno Wave Inspire 14 – это обновление популярной тренировочной модели кроссовок для спортсменов, нуждающихся в поддержке стопы. Кроссовки получили новый верх, фирменную систему амортизации Mizuno Wave. Перепад высоты между пяткой и стопой составляет 12 мм. Вес кроссовка в размере 9,5 US равен 312 грамм. За амортизацию Mizuno Wave Inspire 14 отвечает комбинация материалов. Это материал Euphonic и Euphonix плюс фирменная технология Mizuno Wave. Из материала Euphonic изготовлена основная часть подошвы, он отличается хорошей амортизацией и долговечностью. Материал Euphonix находится в пяточной части и направлен на гашение вертикальной нагрузки. Между двумя этими материалами в пяточной части находится фирменная технология Mizuno Wave. Mizuno Wave участвует не только в амортизации вертикальной нагрузки, но и также в стабилизации стопы во время постановки на поверхность. Специальная форма волны с внутренней части подошвы направлена на дополнительную стабилизацию стопы, не давая ей заваливаться внутрь. Плюс помогает поддержать стопу жесткая пяточная чаша, надежно фиксирующая пятку, не давая заваливаться ей во время бега. Такая комбинация позволяет сдвинуть все жесткие элементы ближе к пятке, разгрузив среднюю часть стопы, сделав кроссовки более гибкими, без потери поддержки. Дополнительным плюсом может являться отсутствие дискомфорта в средней части стопы во время длительных тренировок, который может возникать в кроссовках с ярко выраженной поддержкой в средней части стопы. Система DynaMotion Fit, применяемая при создании верха кроссовок, позволяет надежно фиксировать среднюю часть стопы, оставляя пальцы достаточно свободными. Все ее действия направлены на то, чтобы кроссовок двигался вместе со стопой бегуна во время бега, повторяя все ее движения. Сетка верха в передней части стопы выполнена из единого куска и практически не имеет швов. Приятно облегает стопу без лишнего давления. Традиционно для кроссовок Mizuno колодка в передней части стопы достаточно широкая. В паре с мягкой сеткой верха это отлично сказывается на комфорте во время длительных тренировок. Даже если ваша нога немного отечет, пальцы совсем не будут упираться в жесткие элементы верха. Так как Mizuno Wave Inspire 14 рассчитаны на повседневные тренировки, амортизация у них очень хорошая. Определенно ее хватит не на один сезон. Материалы верха плотные, прочные, но тем, кто любит хорошую вентиляцию, кроссовки могут показаться достаточно теплыми. В целом, Mizuno Wave Inspire 14 – отличный вариант тренировочных кроссовок с поддержкой стопы, которые должны хорошо оценить любители марки. А с вами был Кирилл Цветков и обзор экипировки для магазина «Лаборатория бега». Пока!